Всем привет! Сегодня будем делать, как говорится, воплощать мечту, подводную видеокамеру. Вот временно питание от камеры и от такого мониторчика, который я купил на Алиэкспрессе. Мониторчик 800 или 700 рублей. Камера, именно такая камера с инфракрасными датчиками, с инфракрасными диодами. То есть она позволяет снимать в полной темноте. Вот, якобы она в железном корпусе и водонепроницаемая. Но это еще надо будет загерметизировать ее. Затем, вот я уже здесь обрезал. Вот такой провод шел. Здесь 5 жил. Красный, черный, желтый, белый и зеленый. Но пятижильных кабелей, по крайней мере у нас, в нашем населенном пункте нету в продаже. А таких, чтобы они зимой не замерзали и были гибкими, тем более. Поискав по интернету, я понял, что вот этот вот зеленый и черный — это минус. То есть черный минус на камеру, зеленый минус на диоды. Если их объединить, получится то же самое, что и необъединенные. Так, минус особой роли не играет. И получаем 4 жила. Проверим, как все это работает. Так, соединяем плюс, вернее, питание с этим, камеру с монитором. Так, извиняюсь, что у меня всего одна рука и некому мне снять. Штатив я забыл дома. Так, здесь я взял временно блок питания от компьютера. Желтый — это плюс 12, черный — это минус. Вот, запускаем. Чтобы запустить компьютерный блок питания, нужно соединить зеленый черный провод с крепочкой. Так, смотрим. Все работает, в принципе, отлично. То есть даже в полной темноте камера снимает. Светодиодики загораются, но их видно на камеру, но не видно вживую. То есть практически рыба не будет пугаться их свечения. Что мы будем делать? Вот я для изоляции камеры, проводов купил суперклей, клей-кристалл, изоленту и термонасадочки. Так, что я хочу сделать? Изначально соединив изолентой все это дело, изолировать. Затем промазать все это кристаллом. Вот этот клей, кстати, он водостойкий. И когда высыхает, маленько похож на резину. Вот, попробовать вот им. А саму камеру пролить все швы суперклеем. Хоть она по заверению... Вода не проникает. Будем пробовать провода старых клавиатур. Я заваряюсь, они как раз идут четырехжильные. Так, и очень вроде как гибкие, мягкие. То есть с толстой оплеткой. Вот один провод тоже экранированный, четырехжильный. Так, будем пробовать. Я соединил изначально изолентой, затем термоклей кристалл промазал, одел термопленку, хочу еще раз сверху изолентой на всякий случай. Вот так что... Итак, ребятки, вот что у нас получается. Наконечник оттудочки у меня был, так как у нас сам провод от камеры очень гибкий, я его сейчас к нему приклею. Все с помощью суперклея приклеено и соды держит намертво. Вот такая шайба у меня была тяжелая в качестве противовеса, чтобы камера стояла на земле ровно под водой. Ну, пока так. Сейчас будем удлинять провод, стыковать. Получится 3 стыка. Вот что у нас получилось. Термопленочкой, так у меня не было длинной, пришлось короткий, но
в итоге, чтобы всю эту трихомудию, как говорится, спрятать и дополнительно заизолировать, я прикупил метр вот такой вот термоусадочки. Всего лишь 12 рублей это стоит. И все свои стыки еще раз термоусадкой пройдусь. Так, ребята, вот что у нас получается. Такой вот чемоданчик сконструировал на военных петлях, на петлях с военного ящика. Тут обычных два навесика. Чемоданчик, прилепил монитор на суперклей и на свой скотч, который там был. Вывел провода, вывел кнопку включения, выключения. Так, ну теперь осталось камеру. Вот моток проводов на камере. И еще приклеил один потяжелее. Так как я испытывал ее в воде, нужно потяжелее якорек. Со старой ступицы какой-то, по-моему, или непонятно с чего валялось в гараже. Сейчас буду... Камеру я уже достал. Забросил ее якобы в воду. Включаем кнопочку. Все. Камера работает. Вот мы ее крутим. Все нормально. Так, ну, сейчас пойдем пробовать воду. Итак, друзья, настало время испытать камеру подводную. Будем погружать ее в такой вот бак. Глубина примерно сантиметров 60. Открываем чемоданчик. Достаем камеру. Отпускаем ее. Можно даже весь провод туда бросить, чтобы проверить изоляцию всю. Так, все. Включаем. Во. Как мы видим. Если сейчас включить диоды, муть сбаламутилась маленько, исключить диоды, появятся кругляшки. То есть это взвесь, которая находится в воде. Для этого я сделал кнопочку отключения, отключения подсветки камеры. Вот. Когда выключаем, видимость намного лучше. Видите как? Вот так вот намного лучше видимость. Эта подсветка нужна, если совсем уже... Провода. Подсветка нужна нам, если совсем темнота, либо плохая погода. Видите, сейчас включим ее. Поэтому, кто будет делать, советую отключать подсветку. Шевелю камерой. Так, ну, как-то так. Кому понравилось, делайте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.